Всем привет, друзья! Это Закупыч, это ваша любимая рубрика с адвентами из лего-календарей. Купил этот лего-календарь в Чижике за 500 рублей, то есть это подделка. Картон максимально дешманский, прям ощущается руками. Возможно, его можно еще где-нибудь купить. А давайте мы отсканируем на Озоне, посмотрим, есть ли он на Озоне. Оригинальные лего-адвент-календари против поддельных. Так, на Озоне нету. Не, на Озоне такого нету. Магазин Чижик — это типа аналог Пятерочки, только дешевле. Вот, 500 рублей. 500 рублей за адвент-календарь вроде как и недорого. Такие адвент-календари стоят около 3500 рублей. Оригинальные лего. Но мы сегодня смотрим на аналог. Давайте, погнали. Что тут написано вообще? Написано: безграничное творчество и веселье увлекает, обучает, развивает. Угу. Такое ощущение, что это там даже не лего внутри, какая-то фигня. Сделано в Китае. Погнали, первое окошко. 1 декабря. День. О, прикольно. В 1 декабря должна быть фигурка по любасу. Так. А где инструкция? И вообще она даже не открывается. Ой, очень, очень пакет такой. Знаете, тверденький. Так, и... Что это? Это какая-то собака. Где инструкция, серьезно? Надо сюда смотреть? Ничего не понял. Что мне с этим делать? Ну, собака выпала. И... Ладно, уберу пока в сторону. Где серьезная инструкция? Давайте вторую. О, это меч. Ничего себе. Что это, меч Деда Мороза? Так, меч номер один. Какой-то разводные ключи. Крюк. И супер меч ниндзяго огромный. Вот что там внутри. Странно. Пока для меня этот адвент-календарь очень-очень странный. Еще его тяжело поддевать пальцем. Мне кажется, сейчас палец у меня треснет. Может, где-то здесь инструкция? Нет, нет там никакой инструкции. Так, это типа елочка. Это просто детали. И что мне с ними делать? Непонятно, ладно. Уберем в сторонку тоже. Хм. Номер 4. Может, там где-нибудь инструкция внутри? Еще такая упаковка, знаете, напоминает, как будто бы это... типа конфеты там должны лежать. Так, что это? Так, там цепь. Какие-то... Что это, ворота с цепью? Что это такое? Ребят. Короче, здесь просто рандомное лего. Безусловно, это не оригинал. Тут лего нигде ничего не написано. Хм. Под номером 5. Вот что под номером 5. Ничего не понятно, но очень интересно. Под номером 6 колпаки Дедов Морозов. А, 3 колпака Деда Мороза и какие-то цветочки. Под номером 7. Какие-то цветочки и арочки. 8.
какая-то дичь. 9. Непонятно, что это. Не понял. Написано «игрушка в каждом окошке». Очень интересно. Ты по кучкам раскладываешь или что? А что делать? Просто в каждом окошке рандомное лего. И как так собрать его? Не знаю. 11. О! Наш первый человечек. Ура! Наверное, такую картинку память играть. Какую? Которую нарисовано на коробке. Нет, тут уже вообще другие детали. Так, собираем человечка. То, что на коробке нарисовано, вообще не имеет ничего общего с тем, что внутри. Так, ну тут у нас чувачок Лего Сити. Его на картинке, опять же, даже нет. Вы видите чувака в строительной каске на картинке? Я нет. Ну, Лего вроде как неплохого качества. Я имею в виду, вот сам человечек. Ну, обычный. Конечно, чувствуется, что это не оригинал. Он такой максимально дешманский на ощупь. Но бывает и хуже. Так, первый человечек у нас есть. Я думаю, это, скорее всего, новогодний строитель, который пришел за зарплатой. Поэтому он пришел с мечом. И с крюком. Вот он. Крюк, чтобы доставать бетон. Ща! Как тебе такое? Хоп, еще он вылезает из этого. Он плохо держится. Ноги в туловище плохо держатся. Так, номер 11, 12. А где 12? А, 12 вот здесь почему-то. Вау! Под номером 12 собрана елка. Она похожа на шнек какой-то. Что это? Это напоминает это как сверло ступенчатое, которое под любой размер можно просверлить любую дырку любого размера. То есть напоминает сверло. Так, 12, 13. О, еще один человечек. Под номером 13 какой-то Наруто. Я его соберу, не переживайте. Да, это китайский бизнесмен какой-то. Это, наверное, создатели. Я понял, это создатели вот этого Лего. Они свои мини-фигурки вложили в набор. Оп. Мне нравится, что руки хорошо фиксируются, они прям защелкиваются. Оп. Так, о, смотрите. Вот такой бизнесмен. Спасибо большое. Надо ему дать тоже оружие. Я думаю, вот ему можно дать разводной ключ. Ключ и суперкинжал. А суперкинжал нельзя дать, его нужно в какую-то палку одеть. Его нужно насадить на какую-то палочку. Хм, странно, не получается. Так, 13, 14. Почему окошко 25 здесь осталось? Так, под номером 14 еще одна елочка, вот такая красивая. А, она побольше, по-моему. Да, то есть у нас есть маленькая елочка салатового цвета и большая, прям это, зеленого, такого яркого зеленого. Так, 14, 15. Вау, кто это? Это какая-то лошадь. А, это девушка. Ой, извиняюсь. Просто это было похоже на гриву. Так, это классическая дешманская Lego Friends. Китайская. Вот китайская Lego Friends — это зло абсолютное. Ни за что не покупайте именно китайскую версию. Китайские можно покупать обычное Lego. Но Lego Friends они делают максимально как-то странно. Так, рука есть. Почему-то у него коричневые руки. Возможно, она чистила засоры в туалете. Почему-то у нее коричневые руки, а сама она не коричневая. Странно.
И у нее еще Лазерс не был. Вот это я вот это подарок. А такое ты ожидал? Это, знаете, это можно. Это ни за что не догадаешься, что тебя ждет за стенкой адвент-календаря. Там ждет тебя чернорукая девушка с бластером. Вы думали о таком? В новогоднем календаре. Так, номер 16. Погнали. О, а там Дарт Вейдер. Неожиданно. Там какие-то люди в черном. И какой-то пакет, смотрите, странный. Ребят, если кто-нибудь в Чижике покупал такие же адвент-календари, напишите в комментариях, вам то же самое выпало? Мне кажется, здесь рандом какой-то. Я не думаю, что если там несколько человек купят такие адвент-календари, выпадет всем одинаково. Так, это... классический индийский полицейский. Знаете, вот эти индийские вот эти фильмы, где они это бьют лошадь, и она улетает в космос. Вот типа вот такого. Еще они там это бьют пистолет, и он стреляет, типа, от удара. Вот типа вот такое все там. А, еще они на мотоцикле в подкаты это умеют под фурами проезжать. Ну, вот это, индийский полицай. Вот такой, хопа. Видите, на нем много-много всяких карабинчиков. Здесь пончик один, здесь зубочистка, здесь жвачка. И палка где-то должна быть. Они должны быть с палками обязательно. Мне даже нечему дать ему. О, я дам ему палку. Они же в Индии бьют этих, кто не соблюдает режим, палками. О, о, классический индийский полицейский с палкой получился. Верхом на собаке, точно. Точно, он ездит на собаке. Все. Все. Верхом на собаке патрулирует улицу. От него, от его взгляда никто не уйдет. Под номером 17. Под номером 17 какой-то белый зайчик. Что это за зайчик? Неужели тот самый из журнала зайчик? Так, у него морковка. Зайчик с морковкой. У него одно выражение лица. Но зато есть шлем из фигурок. Мне бесит то, что они не прикрепляют руки. Вот почему Лего оригинал прикрепляет руки, а здесь нужно именно прикрепить руки. Ненавижу это делать. У меня прямо это ногти болят после этого. Так. Ну что, зайчик, накормишь нас морковкой своей? Это же год кролика, а не зайчика. А, это значит кролик. Опа, я ему, значит, вставляю морковь. Опа, все, смотрите, он держит морковку. Это, наверное, для салата морковка. Вот. Где используется морковка? В каких салатах, Валюха? В оливье, да? В оливье, в мимозе. В крабовых палочках. Нет? Напишите, ребят, в комментариях ваш любимый салат на Новый год. И поставьте лайк. Наберем много лайков, и я куплю оригинальный адвент-календарь Лего, который вышел в этом году. Я видел в секретном магазине, он стоит 2300, то есть не так дорого. Так, это какой-то синий полицейский. Я имею в виду синего цвета. Да, это уже китайский полицейский, наверное. Так, вставляем ему руки. На нем даже это очки специальные желтые, это чтобы это ничего не отвлекало его от дороги. Желтые очки, говорят, за рулем хорошо. Они отсекают там лишний свет, там вот это все. Чик, упачки, смотрите какой. Красавчик. Или это военный? Возможно, это даже военный. Чик, возможно, это военные. Ну, неплохо. Сейчас зато мы хотя бы фигурки собираем, пополняем себе коллекцию мини-фигурок. Под номером 19. Под номером 19 Дед Мороз. Ого. Вот это поворот. И у него даже ноги почему-то не активированы. Ему надо ноги собирать. Так, ну ладно, собираем ноги. Так, раз нога. Два нога. Защелкнулся. Раз рука. Два рука. Вот так без бороды Дед Мороз похож на какого-то Д'Артаньяна, согласитесь. Он будто бы Д'Артаньян. Но ему можно одеть... Кто мне пишет? Фитнес пишет, типа, что вы не пришли на фитнес? Некогда. Надо снимать обзоры, потому что сейчас же каникулы, я уеду отдыхать. И надо, чтобы видео выходили каждый день.
чтобы ребятушкам было чем заняться. Вот. Но я вам советую в Ютубе на Новый год не залипать, на новогодние праздники. Лучше пойти там на коньках кататься, на лыжах. Мы у Милане лыжи купили, возьмем их с собой. Милана будет на лыжах рассекать, учиться кататься. В общем, вот такой Дедушка Мороз. Оригинал, VS-подделка. Не знаю, я постараюсь найти фотографию Деда Мороза Олеговского и сравнить их. То есть вот это Дед Мороз из нашего календаря, а справа Дед Мороз из Лего, из оригинального. Ну, какой вам нравится больше? Так, вот 19, номер 20. Я на ёлку прислал видео, представляю. О, зацените. Это у нас сейчас ребенок на елке от школы. И она сняла для нас видео для родителей. Как это мило. Так, под номером 20 почему-то находится врач. Это, наверное, самый необходимый человек, который вам потребуется после новогодних праздников. Гастроэнтеролог, хирург и так далее. Да, если вы будете неаккуратно кататься на лыжах возле дороги, то можете попасть в больницу. Так что будьте аккуратны. Катайтесь только в безопасных местах под присмотром взрослых. А то тетя-врач будет вам делать всякие штуки неприятные. Так, раз. А если требуется делать, то делает. Пусть делает. Вот. Всем врачам спокойной смены в новогоднюю ночь желаю. Чтоб все было тихо, спокойно, чтоб никому... Да, у нас там в деревне одному парню, но в Новый год у него оторвало вообще глаз, руку от петарды. Так что будьте аккуратны с петардами еще. С вот этими, ну, которые салюты запускаете. Бывает, знаете, вы подожгли салют, а он, ну, не взорвался, а он, типа, потух, фитиль, и все, и не надо к нему подходить. Подождите минут 10-15, чтобы точно он уже, ну, как, не взорвался. А то многие подходят, это очень опасно для здоровья. Итак, это у нас... Вот такая фигурка кого? Врача. Да, врач. Женщина-врач. Здесь написано, увлекает, обучает, развивает. Увлекает. А что, тебя не увлекает, что ли? Да, Валюша выкладывает фигурки. Так, строитель. Возможно, строители работают в новогоднюю ночь. Хотя, насколько я знаю, все строители, вот которые, ну, приезжают на заработки, там, на вахты работают, в новогодние праздники их вроде как распускают, да? Ничего подобного. Нет? Они каждый год меняются, вахтовики, то есть в этот году... И что, они в новогоднюю ночь, что ли, будут там они сидеть? Они работают, да. Да ну, не может быть. Нет, серьезно говорю, они просто меняют, чтобы каждый год смена не попадала. Да ну... Вахтовики, дети, там, родители, вахтовики, напишите. Да это видео для взрослых я снимаю. Видео не для детей, видео для взрослых вот это. Ну вот, потому что я показываю, стоит ли этот набор покупать своему ребенку. Вот как ты думаешь, Валь, стоит своему ребенку покупать? Особенно вот из-за этого. Вот эта женщина, да, вообще меня пугает. Так, вот такой строитель. Под номером 22. А вот елочки мне нравятся. Вау, под номером 22 уже прям Дедушка Мороз. То есть до этого был какой-то Санта-Клаус, а теперь Дедушка Мороз. Смотри, какой милый зайчик. Да, заяц самый лучший. Все, не заморочились. Под год. А где кот? Это же год зайца и кота. На лошадь. Или зайца, или кота. Ребята, вы думаете, год кого? Зайца или кота? Нужно выбрать. Или-или. Я считаю... Для меня заяц год кролик, а для тебя? Заяц кот. Угу. Вот это уже похоже на настоящего Дедушку Мороза. В очках. Обычно, знаете, мама, когда переодевается в Деда Мороза, она всегда одевает очки, чтобы ее не узнали. Угу. Да? Ну, мы-то знаем, что Дед Мороз существует, что это не мама. Это просто бывают аватары, понимаете? Ну, когда мне того Дед Мороза? Вот какой вам нравится больше? У этого как-то борода съехала. Это вообще похоже на афериста на какого-нибудь. А вот это похоже на настоящего Дедушку Мороза. Так, под номером 23. Под номером 23. Какой-то чувак в пижамке. Это тот, кому вы мешаете спать в новогоднюю ночь. Знаешь, бывают люди, встретили Новый год и в час ночи спать ложатся. Мы не такие. Мы ложимся спать часов в 6, наверное, да? В 5. О! Это мне напоминает этот самый, как его, Евротрип. Фильм, когда, помните, к ним в купе подсел мужик, и в поезде выключался свет, они въезжали в туннель, и там было темно. И он там делал всякие опять штуки странные. Вот это мне напоминает вот этого мужика.
Очень странный мужик. А еще печально, что фигурки здесь имеют одно лицо. Обычно в Лего все-таки два лица. То есть можно крутить. Так, ну я вижу 4 дополнительные шапочки. Можно, кстати, всем работникам. Вот такой поющий чувак. Номер 24, последний. А, еще 25 есть. Так, номер 24. Это какой-то мопедист. Возможно, кто-то захочет себе в Новый год снегокат или мопед. И вот это как раз-таки он и есть. У него есть гаечный ключ. Так. О, он побитый какой-то. Петронас. Петронас. Это, в общем, гонщик. Гонщик Формулы-1. Одеваю ему. Вот он какой-то весь в синяках. Так, ему нужно одеть забрало. Чик, вот так поднимаешь. Опускаешь стекло. Нормас. Правда, стекло какое-то кривое чуть-чуть. Не очень ровно встало. В общем, это такой дешман. Это вообще ужас. Мне кажется, есть где-нибудь на Алиэкспресс получше подделки, чем вот это. Хотя странно, у нас гонщик и с гаечным ключом. Зачем гонщику гаечный ключ? Для этого уже у него команда. О, вот такой. Да уж. Так, теперь смотрим, что под номером 25. А, 25 это большое окошко, которое... Как его открыть? Мама мия. Мама мия, кургуду. Все. Даже инструкция. А где инструкция? Здесь нет инструкции. Вообще, смотри, Гарри Поттер есть. Какие-то белые собаки должны быть. Самолет радужный. Тут вообще такого нету. Может, здесь есть инструкция? Вау, тут есть сепаратор, серьезно? Вот такой кривой сепаратор, смотрите, с заусенцами. Можно проткнуть руку себе этой заусенцей. Вот это да. Я такого дешманского... Дай мне оригинальный сепаратор, он же здесь, рядом. Да. Я просто хочу вам показать разницу. Ребят, смотрите. Вот он оригинальный сепаратор от Лего, и вот этот китайский. А что ты оригинальный, хочешь? Смотрите. Лего не будет. Смотрите, это какой. Смотри. Видишь? Угу. Китайский. Ты что сделал? Шайтан. Это вообще какая-то фигня. Это фуфло. Я вообще, у меня нет слов. А Лего хотя бы совместимо с Лего? Где там этот сепаратор оригинальный? Вот он. Ну да, совместим. Ну, конечно, будет совместим, что он будет совместим. Ну, просто вот эти фигурки на ощупь, они какие-то, как будто бы, я не знаю, как будто бы солдатики. То есть, вот из-за вот этого всего, то есть, за 500 рублей вы получаете непонятно что. Вот это. 12 фигур. Я пытаюсь найти здесь что-нибудь прикольное, но здесь ничего прикольного нету. Ну, типа, ты можешь из этого что-то построить. Лайк, подписка, колокольчик. Вот что вы можете из этого построить. Ну, что-то можно построить. 12 фигур. 4 шапки. То есть ты можешь одеть. У нас нету лысой фигурки? Нету. Потом чайник с самоваром. Ну, какой-то мяч. Это гитарь, вот явно это к чему. Это явно одна какая-то, да, арка. Одна такая арка. Представляете, одна. Ну, вот я что-то типа елочки. А фигурки можно сюда выставить? Ну, да, самое прикольное в этом наборе, это то, что, типа, много деталей, можете из этого что-то построить. Есть елочки две, и раз, два, 12 фигурок, да, ты посчитала? Mm-hmm. И куча фигурок. Давайте я вам покажу то, что мне понравилось больше всего в этом наборе. Больше всего мне понравился зайчик, дайте мне его сюда. Короче. Вот кролик. Больше всего мне понравился кролик. На втором месте оригинальный Дедушка Мороз, на третьем месте Дед Мороз, этот самый вор. На четвертом месте, наверное, мне понравился вот этот гонщик. На пятом месте вот этот мужик странный, которому не надо брать, у которого нельзя брать шоколадки.
Запоминайте, вот у него шоколадки не брать. Потом, о, собака. Полицейский на собаке мне очень понравился. Врач. Да вообще фигурки, ладно. Ну, вообще, самый топ, это вот этот меч. Ниндзяга, а-ля. Или Манки Кинг. Вот. Самое фуфло, это вот это. Лего Фрэнс, вообще. Кал. Да и все. Какой-то непонятный набор. Я бы не стал его покупать, если честно. Не знаю, мне за счет шапок нравится то, что ты можешь пробовать. Дай мне тот набор. С поездом какой-нибудь, да. Вот такие наборы мне нравятся больше. Я бы лучше такие наборы купил, тем более они стоят в два раза дешевле. В том же самом Чижике. 189 рублей, да? Давайте так, ребят, вы ставите много лайков, и я снимаю продолжение на всю коллекцию вот этих наборов. Из Чижика и Магнит Косметик. Такие продаются Магнит Косметик и Чижик, только Магнит Косметик, они подороже. Да? Нет уже? Ну их раскупили, что вы хотели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотри, какие прикольные. Да, офигенские. И вот еще из этого новогоднего... Помнишь, который я купила в этом? А, это ты откуда купила? В Магните, на сладкий подарок. А, да, ребят, у меня в этом самом... в Озон Моменты и... Где еще выкладывал? Да все, наверное. В Озон Моментах есть видео на вот этот конструктор. Это подарочный набор из Магнита. Там всякие конфетки, подарочки. И там был вот такой поезд. Единственный минус этого поезда, что, видите, здесь колеса маленькие, и поэтому он переламывается постоянно вот так. И плохо держится вот здесь у него эта бибикалка. В оригинальном наборе, который из красного-белого был, там все было нормально. Здесь же он держится плохо. Интересно, какой набор из Чижика. Лучше ли он будет, или там будет точно такой же кривой поезд. Но в целом этот набор неплохой. Ну вот, разваливается. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч и новогоднее настроение. Пока!